Прежде чем я продолжу эту историю, зайдите на канал, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы включить уведомления о новых видео. Спасибо! Все гости стали смотреть, куда же упали цветы, как вдруг обратили внимание на нечто шокирующее. В ледяной воде тонул мужчина, а девочка лет 9 беспомощно стояла рядом. Оказалось, что отец и дочь провалились под лед вместе, но мужчина смог вытолкнуть малышку и приказал ей отойти подальше. Девочка в ужасе металась по берегу, но ничего не могла сделать. Увидев на мосту веселую свадебную компанию, она стала отчаянно звать на помощь. Гости, невзирая на праздничное настроение, тут же поняли, что нужно делать, и уже несколько минут спустя утопающий грелся в теплой машине. Отдышавшись, спасенный объяснил, что решил прогуляться с дочкой вдоль реки. Девочка заигралась и случайно провалилась в ледяную воду. Отец кинулся к ней на помощь, но хрупкий лед не выдержал его веса, и мужчина провалился сам. Вот такое трагичное и одновременно счастливое начало семейной жизни. Начало совместной жизни совпало со спасением жизни. Это замечательный задел на будущее. Молодцы, ребята. Дай бог им долгой и счастливой семейной жизни. Не забудьте поделиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.